Коротко о главном. Новая неделя, новый фильм. Предлагаем для семейного просмотра романтичную киноленту «Алые паруса». Библио Олимп. Команда нашей школы «Ласточки» стали победителями 4-го отборочного этапа проекта «Библио Олимп». Некогда скучать. Утренний круг дружбы, исследования севера, игры в профессии и веселые старты. Так проходят нескучные будни наших дошколят. Лыжный туризм. Наши ребята приняли участие в отборочных соревнованиях 76-го первенства по туризму среди обучающихся. Необыкновенная среда в московской школе. Для учащихся начальной школы прошла добрая среда. Девиз дня – добрым быть приятно. Будьте в теме, оставайтесь с нами.